Вяжем вот такой вот листик. Наберем цепочку из 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Далее делаем 2 воздушные петли, накид, и в петлю нашего основания, в третью, вводим крючок и делаем столбик с одним накидом. Далее делаем 2 накида и в следующую петлю вяжем 2 столбика с 2 накидами. 1. Два. Далее снова делаем 2 накида. В следующую петлю вяжем 1 столбик с 2 накидами. 2. Далее накид. В следующую петлю столбик с 1 накидом. В следующую петлю снова столбик с 1 накидом. Далее в следующую петлю полустолбик с 1 накидом. В следующую петлю столбик без накида. В следующую также столбик без накида. Далее вяжем в следующую петлю полустолбик, следующую снова полустолбик. В следующую петлю также полустолбик. Далее делаем 2 воздушные петли и разворачиваем вязание. Вот в эту же петлю вводим крючок, вяжем полустолбик, в следующую петлю также вяжем полустолбик. Следующую также полустолбик. Следующие 2 петли по 1 столбику без накида. Мы вяжем все то же самое, что мы вязали в эту сторону, только теперь в обратном порядке. Дальше полустолбик с 1 накидом. Следующие 2 петли по 1 столбику с 1 накидом. Далее 2 накида, в следующую петлю столбик с 2 накидами, в следующую петлю 2 столбика с 2 накидами, следующую петлю столбик с 1 накидом. Далее 2 воздушные петли и соединяем нашу последнюю петлю соединительным столбиком. Наш с вами листик готов.